Муссон в Челябинске открыл 19-й тур высшей лиги чемпионата России. И команда из Севастополя потерпела поражение от местного «Динамо» в первом матче. «Динамовцы» уже в первой четверти обеспечили себе задел из 15 очков. Во второй части встречи «Муссоны» смогли добиться ничьей 22-22, но отрыв от челябинской команды так и не сократили вплоть до конца матча. Не помогла и выигранная с разницей в 5 баллов заключительная четверть. Табло челябинского спорткомплекса зафиксировало итоговый счет 97-77 в пользу хозяев площадки. Несмотря на победу, снайперы «Динамо» отметили скромными показателями. Наибольший вклад в копилку клуба из Челябинска внес Андрей Малышев. На его счету 17 очков. У «Муссона» превзойти и покорить это достижение смогли сразу 2 игрока. Александр Бурцев набрал 21 пункт, а Алексей Альмушев те же 17. Отметим, «Муссон» в рамках первого круга принимал «Динамо» на своей площадке в 10-м туре. Обе встречи севастопольцы проиграли, но в упорной борьбе 70-72 и 80-83. «Муссон» после первой встречи в Челябинске опустился на 6-ю из 10 возможных позиций. У команды Романа Двинянинова 12 побед и уже 19 поражений. А «Динамо», имея в активе 25 выигрышей, уверенно возглавляет чемпионскую гонку.